Отличного настроения и большое спасибо, что это время вы проводите вместе с 31 каналом. Я приглашаю вас на свою кухню, где каждый раз для вас разрабатываются новые рецепты. Я делюсь своими секретами и обязательно для каждого члена вашей семьи мы готовим новые блюда. А кроме того, мы считаем бюджет, ведь теперь у нас все подсчитано. Если вы будете проводить время вместе с нами, то я уверена, вы полюбите готовить. Давайте начнем. Итак, сегодня что мы готовим? Первое, это будет аппетитный пирог мясной с интересной начинкой. Второе, мы приготовим банановые сырники из отличного творога, воздушные, вкусные, которые будут практически, ну, прекрасным завтраком, десертом или полдником. И для наших самых маленьких и любимых деток мы приготовим молочный коктейль с шоколадом. Все просто, быстро и элементарно. Блюдо для всей семьи. Аппетитный пирог с мясной начинкой. Готовое тесто, сыр, яйцо, хлопья чили, соль, перец, орегано, куриный фарш, мякоть белого хлеба, говяжий фарш, петрушка, тертый пармезан. Итак, сейчас мы будем готовить пирог. Аппетитный пирог с интересной начинкой. Я взбиваю яйца. И сразу, так скажем, делаю эту яичную массу со всеми добавками. Добавляю немного соли. Посмотрю, наверное, на этот объем фарша. Хорошую такую щепотку. Немного черного перца. Сразу добавлю хлопья чили. Тут у меня различные специи. И добавляю орегано. Вы можете использовать любые специи, которые нравятся вам. А если хотите, то можете вообще никакие специи не использовать, добавить только соль. Размешали. Мне нужно будет добавить мякоть белого хлеба. Так, пусть пока размокает. Дальше добавим зелень. В этом рецепте я рекомендую использовать сочную весеннюю петрушку, но без стеблей, чтобы фарш был более нежным. Мы режем больше листовую часть петрушки. Ах, какой аромат! Вот почему-то именно петрушка мне и напоминает. Вот этот травяной аромат мне и напоминает весну, зелень. Такие ассоциации вызывает. Так, хорошо. Теперь миксуем фарш. На две части любого говяжьего фарша, это может быть, конечно, и нежирная баранина, мы кладем одну часть куриного фарша. Так будет вкуснее и нежнее. И теперь уже перемешиваем все вместе. С хлебом, солью, зеленью и различными специями. И для того, чтобы, ну, фарш получился и вкусным, и однородным, а в этом пироге самое главное – это начинка, я, конечно, его должна очень хорошо вымесить. Руками получится лучше, потому что разойдется мякоть хлеба. Так, теперь добавляем немного тертого пармезана. Если вдруг его нет, ничего страшного. Но желательно добавить хотя бы немного тертого сыра твердых сортов. В этом плане пармезан идеален, он и подсолит, и будет немного схватывать, когда греться будет, будет схватывать наше мясо.
Но смотрите сами, нет так нет. Пикантность, конечно, он придает. Все. Теперь мне нужно приготовить рабочее место. Смотрите, нам нужно приблизительно выложить небольшое кольцо размером с пирог, который будет у нас в итоге из этого фарша. Для чего я кладу стакан? Для того, чтобы мы потом понимали пространство, какое нам нужно посередине. Потому что этот пирог будет очень оригинален, он выкладывается кольцом. Не размазывайте фарш. Нам нужно, чтобы он таким рождественским венком лег. Так, все, это кольцо я убираю в духовой шкаф. И мы выпекаем в режиме гриль. Или, если нет этого режима, то можно выпекать, просто включив только верх, например. Или, если даже нет регулировки вверх-вниз, то можно включить на небольшой градус, 150-160, где-то вот такой средний огонь, минут на 10. Мы просто подпечем, подсушим, как бы придадим форму нашему пирожку. Теперь раскатываем тесто. Тесто берем, можете взять слоеное, но я предпочитаю в этом пироге обычное дрожжевое тесто, причем у меня оно уже готово. Вы можете взять, сделать его по своему рецепту, как вот вам больше нравится. Такое тесто можете и делать. Или, говорю, можно взять слоеное тесто. Это будет немножечко другой пирог. Но у нас уже приготовленное заранее дрожжевое. Нам нужно его раскатать. Перед тем, как я буду уже выкладывать пирог, тесто надо будет еще раз прокатать, конечно. Выложу его пока сюда. Форма нам пока не важна. И раскатываем также вторую часть. Сейчас буду доставать запеченный фарш и выкладывать его по особому рецепту. Но придется мне здесь пока навести порядок, дайте мне немного времени. Итак, теперь берем сыр. Желательно тонкими-тонкими ломтиками. И самое классное в этом пироге, мы берем сыр тот, который у нас есть. Например, есть вот такой вот бутербродный сыр, он почти плавленый. Ох, порвался. Он почти как плавленый мягкий сыр. Мы можем использовать его. Режем треугольничками. Есть твердые сорта сыра, да, более твердые. Также их нарезаем и можем использовать в этом рецепте. Выкладываем по размеру нашего, даже правильнее сказать, кольца. Кладем просто вниз ломтики сыра. Теперь кольцо у нас выпеклось. Так. И мы его сейчас переложим. Но оставим лишнюю жидкость, которая нам не пригодится. И желательно не делать этого совсем в горячем виде, потому что пирог просто начнет терять форму. Что делаем теперь? Сверху мы также можем покрыть сыром, а еще и посыпать.
Так, и у меня есть тертый сыр. Немного сверху тертого сыра. Хорошо, хорошо заворачиваем серединку. И сверху накрываем листом теста, которое мы раскатали. Вот то тесто. Накрываем. Теперь важно две части теста нам склеить, поэтому я нижний слой предлагаю сейчас обрезать все лишнее пока. Это тесто вам пригодится. И промазать нижний слой желтком, чтобы склеилось, а потом уже убрать совсем все лишнее. Промазываем и запечатываем. Края слиплись наверняка. Теперь эти края вы можете либо обрезать покороче, либо красиво завернуть. Защипнули концы. И, как я говорила, нам нужно вырезать серединку, где был тот мерный стаканчик. Сейчас я его достану, на который мы ориентировались. Вот он. Так вот. Так. Сверху пирог смазываем яйцом и отправляем в печь. Блюдо для всей семьи. Аппетитный пирог с мясной начинкой. Яйца взбить с солью, перцем, хлопьями чили и орегано. Добавить мякоть белого хлеба, петрушку, фарш, тертый пармезан, тщательно перемешать. Выложить фарш на пергамент в форме кольца и поставить в духовку на 10 минут в режиме гриль. Тесто разделить на две части и тонко раскатать. Половину сыра тонко нарезать, а вторую половину натереть на крупной терке. Противень застелить пергаментом. Разместить один слой теста. Выложить сверху на тесто круг из ломтиков сыра. На сыр поместить обжаренный фарш. Посыпать тертым сыром. Накрыть сверху вторым пластом теста. Вырезать середину при помощи стакана. Соединить нижний и верхний пласт теста, чтобы фарш оказался внутри. А лишнее тесто срезать. Края хорошо защипнуть и смазать тесто взбитым желтком. Выпекать пирог в духовке при температуре 200 градусов 35 минут. Стоимость блюда на 6-9 порций 1900 тенге. Итак, мы приготовили пирог, мясной пирог с пикантной начинкой, и он сейчас в духовке. Я обещала, что у нас еще впереди молочный коктейль, вкусный, полезный, легкий. Ну и кроме того, не забывайте, что сегодня мы готовим сырники, банановые сырники по особому рецепту. Это так, анонсирование того, что будет, делаем молочный коктейль. Блюдо для детей. Молочный коктейль с шоколадом. Банан, шоколад Бота от Баян Сулу, миндаль, молоко. Обычно утром дети не любят завтракать, а в школу это просто необходимо. Даже если в вашей школе предлагаются школьные завтраки, в любом случае это, естественно, необходимо, чтобы ребенок какое-то даже короткое время рано утром не был голодный. Вот банан у нас попался темный. И для этого я давно для своих детей придумала разные завтраки. Например, я могу взбивать кефир с творожком, ягодами и какао. Или, скажем, молоко с шоколадом, фруктами, овсянка, орехи, злаки. Все это взбивается в горячем молоке, потом остывает. И дети выпивают, даже не всегда понимая, что они такое вот сейчас выпили. Но я понимаю, что это полезно, они радуются, что мама дала что-то вкусненькое утром. Вот один из самых простых рецептов. Банан. Мы берем миндаль. Я немножечко рублю миндаль. И хорошо, если вы миндаль замочите предварительно в кипяточке. Потом будет очень легко сделать миндальный коктейль.
он режется легче, становится таким мягким. И добавляю шоколад. Сегодня для молочного коктейля для наших детей я буду использовать вот такой вот молочный шоколад Бота. Этот молочный шоколад марки нашей отечественной марки Баян Сулу. Вот очень удобно вот в таких вот упаковочках. И он делится на такие вот дольки. Дело в том, что, как я уже говорила, все время хочется детей чем-то таким вот вкусным накормить. И они любят, наверное, только сладкое, только шоколадное. А у нас детский шоколад с молочной начинкой. То есть самое полезное и вкусное мы дадим нашим детям. И не спешите наливать большое количество молока. Совсем немного. Я, кстати, такой детский шоколад из отечественных марок еще не встречала, только у Баян Сулу. Поэтому мне он очень симпатичен, очень нравится. Можно и в школу шоколадку такую дать. И теперь всю эту массу мы взбиваем. Так как это молочный шоколад и мягкий, а внутри такая мягкая-мягкая молочная начинка, взбивается очень легко, так же, как банан. А вот орешки нужно потрудиться перемолоть, поэтому я вам говорю, лучше их заранее замочить. Вливаем молоко. Я говорю, что хорошо, если молоко будет теплым. И шоколад лучше растопится, и молоко лучше взбивается. Знаете, чем пахнет наш коктейль? Совсем не бананом. Банан здесь для сытости. Он пахнет миндальными орехами и молочным шоколадом. Это то, что любят дети. А банан здесь для сытости, так же, как, в принципе, и орехи. Теперь наша цель – все это красиво засервировать. Залить в красивую посудину, украсить, для того, чтобы молочный коктейль был какой-то такой десерт, праздник. Я для красоты разолью вот в такие вот креманки. Вы можете это наливать в стаканчики, как вам удобно и угодно. Можно его делать гуще, то есть добавлять больше банана и орехов, но не шоколада. Одной шоколадной палочки, она, как видите, не маленькая, будет достаточно. Тем более, что этим шоколадом можно украсить само угощение. Доливаем. Разрезаем. Отдаем. Ну что, с молочным коктейлем мы справились. Впереди нас ждут вкусный и полезный завтрак для всей семьи. Мы будем делать творожные сырники, опять же, с бананами, что, я думаю, более чем порадует детей. Блюдо для детей. Молочный коктейль с шоколадом. Миндаль измельчить. Банан нарезать крупным кубиком. Шоколад Бота от Баян Сулу наломать крупными кусками. Все ингредиенты залить молоком и взбить блендером до однородного состояния. А готовый коктейль разлить по бокалам и украсить шоколадом. Стоимость блюда на 2 порции 660 тенге. Для приготовления пищи я использую ту воду, которую пьет вся моя семья. И именно поэтому я хочу вас познакомить с легкими, компактными и удобными фильтрами-кувшинами Aquaphor Provence, которые всегда под рукой. Они не только удобны, но и полезны для нашего здоровья. Съемный модуль Aquaphor A5 содержит внутри природный минерал – перламутровый доломит, который хорошо усваивается и сохраняет магний. Aquaphor A5 обеспечивает очищенную воду магнием до 30% суточной нормы. И это просто вода, которую мы пьем. А о пользе магния я рассказываю вам часто. Он обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим и, самое главное, успокоительным свойством. В целом, воздействием на организм. Легкие и компактные кувшины Aquaphor Provence – первый шаг в мир безупречно чистой, полезной питьевой воды. Мы приготовили пирог, приготовили коктейль. Сейчас будем готовить сырники. Блюдо для мам. Банановые сырники с манной крупой. Ванильный сахар, варенье, сахар, кунжутные семена –
творог, манная крупа, банан, сметана, домик в деревне, яйцо. Эти сырники мы будем готовить с бананом. Для этого я сейчас разомну банан вилкой. Многие начинают, знаете, как делать? Блендерить банан. Состав сразу меняется, он превращается просто в какую-то крахмальную жижу. Совершенно невкусно получается. Самый верный способ — размять вилкой, чтобы и кусочки, и волокна оставались. Помяли. Добавляем творог. Теперь мнем вилкой все вместе. В принципе, у этого творожка отличное зерно. Оно естественное, натуральное, и поэтому не приходится как-то там комочки разбивать. А то, что зерно хорошего размера, говорит о его натуральности, но в целом вот все должно быть таким, каким должно быть. Все происходит очень естественно. Не надо ни перемалывать, ни взбивать. Вот. Готово. Теперь можно добавить немного-немного сахара, но я бы добавила вот прям совсем, просто щепотку. И если хотите, можно для аромата добавить лучше ванильный сахар. Вот так замиксовали, теперь уже все это перемешиваем. Теперь добавляем яйцо. Нам его не обязательно как-то особо взбивать. Просто размешиваем и по всей массе распределяем. И после этого яйца, ну, каждая мама знает, что нужно добавить, либо кто-то добавляет муку, кто-то крахмал, а кто-то отруби или манку. Манка делает сырники необыкновенно воздушными. И мне это очень нравится, что манка, разбухая, она как бы их увеличивает в объеме, впитывает в себя влагу, и сырники действительно получаются потрясающими. Сколько манки добавить? Вот для меня это сложный вопрос. Я добавляю на глаз, но, пожалуйста, не спешите. Ну, давайте, например, на пачку творога одно яйцо и один банан мы добавляем, ну, где-то там 70, да, 60 граммов манки и смотрим. Я так, по объему стакана говорю. Формируются ли сырники или нет? Но обязательно манка должна постоять. Пока тесто стоит, с чем подаем сырники? Важный момент. А в моем рецепте вы, конечно, можете подавать с чем угодно, но классически и традиционно всегда сырники подаются со сметаной. И сегодня я ничем не отличусь. Наши банановые сырники я тоже подам со сметаной. Использовать я буду сметану «Домик в деревне». Это натуральный, вкусный, свежий продукт с уникальным вкусом. Он сделан по домашнему рецепту, и это, на мой взгляд, главное преимущество этого продукта среди конкурентов. Я беру 20% пожирнее. И в такой сметане, как в домашней, если ее достать с холодильника, ложка стоит. Но мне сейчас уже нужно, чтобы она немножечко разошлась. Почему? Потому что эту сметанку, она и не кислая, и не слишком сливочная. Отличный вкус. Именно эту сметанку я смешаю с любым вареньем, которое нравится вашей семье. Не в большом количестве. И к сметане я добавлю зернышки кунжута. Их можно слегка-слегка поджарить на сковородочке. И тогда вдруг обычная сметана, домашняя, вкусная, казалось бы, такая деревенская практически, домик в деревне, превращается для детей, для подростков, даже для взрослых и пожилых людей, которым вы подадите этот рецепт, в какой-то невероятно вкусный, изысканный крем. Вот сегодня мы так и попробуем. Это и выглядит красиво, и действительно очень вкусно. Я проверяю. Вот смотрите, тесто было жидкое, когда я его мешала. Манка разошлась. И, разумеется, тесто, ну, творожная масса, да, правильнее будет говорить, загустела.
Не будем терять времени, пойдемте жарить, а потом приготовим сметанный вкусный крем для этих бананово-деревенских практически сырников. Сейчас, пока у нас сковородка разогревается и нет на ней масла, я поджарю кунжут, как я и говорила, для сметаны. Жарить его нужно очень быстро на сухой сковородке, постоянно помешивая. И мы поймем, что он жареный тогда, когда он поменяет цвет. С бледно-бледно-кремового до темного. Вот смотрите, он уже обретает золотистый цвет. Это значит, что он почти готов. Зачем мы жарим кунжут? Как я уже говорила миллион раз, любые злаки, любое семечко, как только прожариваешь, сразу возникает такой выраженный ореховый вкус, раскрывается вкус самого злака или ореха, он становится и хрустящим кунжут, и очень-очень ароматным. Все, видите, семечки кунжута мы поджарили. Теперь наливаем растительное масло. И на нем будем жарить сырники. Нам их нужно как-то более аккуратно сформировать. Мокрыми ложками набираем. И выкладываем. Обжариваем сырнички с двух сторон до румяной корочки. Блюдо для мам. Банановые сырники с манной крупой. Банан размять вилкой, смешать с творогом, яйцом и сахаром. Добавить такое количество манки, чтобы руками можно было сформировать сырники. Обжарить в растительном масле сырники до золотистой корочки. Сметану «Домик в деревне» смешать с кунжутными семенами и подавать сырники с вкусной сметаной и вареньем. Стоимость блюда 10-12 штук 630 тенге. После жарки сырников мне ничего не остается, как быстро навести порядок на кухне. И в этом мне поможет сиф-крем, который всегда на страже чистоты в моем доме. Сифом можно помыть любую поверхность. Раковины, столешницы, кухонный гарнитур, кафель, полы, всю сантехнику. Он не оставляет разводов, легко наносится благодаря улучшенной структуре и легко смывается. А сегодня я буду использовать сиф-крем с ароматом лимона. Все знают, как я люблю свою белую кухню, как я люблю чистоту на этой кухне. И если бы не сиф-крем, мой талантливый помощник, я бы не справилась. Последний штрих – вкусные сырники мы полили сметанкой «Домик в деревне». И, как я говорила, добавлю любое любимое мной варенье. Я в этом году на зиму припасла сливовое варенье. Урожай, естественно, прошлого года, слегка с кислинкой, вкусное варенье. И, как мы и говорили, кунжут, обязательно кунжут. Вот так вот, совсем другое дело. Но, кстати, сметану «Домик в деревне» вы можете замешать и с медом, и с любым джемом, и даже с шоколадным сиропом.
Коктейли у нас готовы. Пирог мы сейчас порежем, и вы увидите, какой он вкусный внутри. Поэтому, мне кажется, мы справились. Мне осталось искренне пожелать вам: находите побольше поводов собираться всей семьей за столом, беседуйте с детьми, уделяйте внимание пожилым людям в вашем доме, любите друг друга и желайте друг другу приятного аппетита и хорошего настроения. До новых встреч!